Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане. Об этом он сообщил 20 декабря в ходе большой пресс-конференции. В ходе дискуссии мы не против урегулирования. Мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто только и исключительно путем договоренности между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане. Ну а до этого мы вынуждены укреплять будем нашу военную базу в Таджикистане. Безапелляционно заявил Путин. Мы относимся к Таджикистану как действительно к своему очень близкому партнеру и союзнику, не просто это стратегические отношения, это союзнические отношения. Мы это высоко ценим и намерены так и дальше работать именно в таком. Эксперты отмечают, что такие неоколониальные элементы российского контроля над Таджикистаном, как сохранение военной базы в течение стольких лет, обеспечивается в первую очередь под предлогом наличия мнимой угрозы со стороны Афганистана. В городе Душанбе, в городе Куляб, в городе Курган-Тюбе, где дислоцируется военная база. Напомним, что в 2015 году 201-я российская военная база была передислоцирована, в результате чего 149-й гвардейский мотострелковый полк оказался не рядом с Афганистаном, а рядом с Душанбе, столицей Таджикистана. Кроме того, идет тесное сотрудничество с Федеральной службой безопасности. Здесь у нас находится также представительство погранкомитета Российской Федерации Республики Таджикистан.